молотка ее дальше. Кого? Геринга-то? Или кого? Угу. Да Геринг-то здесь при чем? Вот я в свое время очень любил играть в сопровождение дирижаблей. Очень любил играть. Но только когда это было на кнопке. То есть хочешь поиграть в сопровождение дирижабля? Пожалуйста, нажимаешь. А не когда это вот, блядь, собираешься, блядь. Добровольно принудительно. Ну да, так знаешь. Мне изначально этот как бы миссия боя вообще изначально начала напрягать. На самом деле хорошая миссия, блядь, как развлекуха, как ну разочек другой сыграть в игре. Ну да. Очень неплохая миссия. Вместо блицев бы заменили. Так его бы просто добавили в операции. Понимаешь, и больше бы, блядь, ничего не надо было. Просто почему твоя должна. Да это, как его, судьба должна зависеть от какого-то дирижабля. Вот это меня напрягает. Да ладно. А, это же Новосибирск, тогда понятно. Да. Это Новосибирск. Это Наполис еще одной башней. Да дело не в этом, он у меня уже засветил через РЛС. Блять, он укурок какой-то, что ли? Смотри, как он аннигилируется. Ну и чё, торпеду споймал. Ну кто знает, может человек первый раз на нем вышел вообще. Ну, судя по статке, то да, блядь. Ну еще и мою торпеду на 12500 словил, это вообще, блядь. Хрен их пойми. Он, короче, сломался Новосибирск. Угу. Сацума за остров. А, ей не получится зашкериться. Ну тогда. Там лодка перед тобой, Серега, давай отворачивай назад. Лодка перед тобой. Блять. Сейчас что-нибудь сделаю. Я слишком поторопился выйти вперед. Ну вот. Опять в РЛС. Да что, кого вы такой длинный? Москва? Ай как вкусно, ай как вкусно. Косяк, а? Да ты не догоняй, это лучше по Москве попробуй, если там перед ней камней нету. Так относительно, я бы сказал. Она далековато. А ближе подойти. Можно даже угла взять. Хотя... Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Thank you.
засада. Ну, блядь, давите эту суку, блядь. Блядь, я не добиваю артиллерии до нее, блядь. Наше время, блядь. Вот она, сука, как гвоздь здесь стояла, блядь. Че, косяк в том, то, что я сейчас ни до кого не дойду. А ты разворачивайся, вон где якорек туда, блядь. Эти все, эти уже обосрались, они уходят, блядь. Вон серва. Ладно, попробуй, можешь, до Судзимы дойдет. Не, ты чё, ты далеко, блядь. У меня 14 километров, она на 11. И идёт бортом. Блядь, в кого это он торпеды-то пустил, блядь? Торпеды прямо по курсу. Ой, ой. Ладно, пошёл палить. Торпеды по левому борту. Что от меня уже толку осталось? Огонь на указанной цели. Торпеды слева по борту. А если они дойдут, Судзиме конец. Угу. Там десятка всего. Да. Шикардос. Есть вариант еще вот это. Одно убить. Попали. Сука, блядь. А вот так вот, да? Сейчас я тебе кабину сломаю, жаба ты сутулая. Ты про кого? Про славу. В тебя трети летят со славой, блядь. Пусть летят. Я отвернуть могу. Тоже ну, мне. Тут мы, кажется, победили, блядь. Тьфу-тьфу. Ну что, в славу еще хотя бы. Дойдет что-нибудь, не? А ты импульс посылал или так просто? Так. Ой, блядь, Шимаказа, сука. Я любуюсь твоими торпедами. Ай, кирдыки, как хорошо. Лови. Давай, братан. Все твое. Отлично, ну не все, но. Че у меня еще есть? Вон, бонус код пошел. Ты его таранить идешь, что ли? Почти. Я ж консерватор. Угу. Сколько у тебя сейчас урона набилось, интересно? 66 всего-навсего. Да. Маловато, блин. Сейчас этот под водой потоплю, перезаряжусь. И ничего не успеешь больше. 5 секунд. Победа. Эй! Что ж такое, а?
О, 827 тысяч денег дали. А с какими бустами у тебя это было? С серыми, с зелеными, с какими? Или с синими? А, сейчас посмотрим.